Что делать с мусором? Петербургские экологи предупреждают, строительство новых заводов по переработке отходов может стать роковой ошибкой для всего города. По информации защитников окружающей среды, в городе скоро построят 4 таких комплекса, а в дальнейшей перспективе 7. На предприятиях будут делать из мусора топливо, а потом его сжигать для производства тепла и энергии. Из-за этого якобы может увеличиться заболеваемость раком. А в Петербурге с этим показателем и так все неблагополучно, считают авторы обращения. Город на первом месте в России по смертности от онкологии. В открытом письме временно исполняющему обязанности губернатора Георгия Полтавченко экологи предлагают радикально изменить переработку мусора. Мусор – это болевая точка для мегаполиса. До сих пор отходы либо сжигали, либо захоранивали на полигонах. И то, и другое, очевидно, экологическую ситуацию не улучшает. Европейские страны давно пошли по третьему пути – переработке. Причем из вчерашнего мусора сегодня делают даже синтетические ткани, из которых потом шьют повседневную одежду. Кроме того, предприятия за рубежом борются за мусор, потому что это выгодный бизнес. Он приносит, например, немецким компаниям до 100 миллиардов евро в год. Чем же не устраивают экологов петербургские планы по переработке отходов? По их данным, из отходов будут делать топливо. То есть все равно в конце цепочки сжигание мусора. Так ли это на самом деле? И что реально угрожает здоровью петербуржцев? Выясняла Анна Лавронова. Петербургские экологи бьют в набат. Они уверены, коммунальщики готовятся заложить в городе мину замедленного действия. По региональной целевой программе в Петербурге уже через 3 года появятся заводы с принципиально новым подходом к переработке мусора. На них будут создавать так называемое альтернативное топливо с международной аббревиатурой РДФ для получения тепла и электроэнергии. Топливо РДФ, состоящее из мусора, будет состоять на 50% из пластика. Мы общаемся с экологами, с экспертами, с химиками, и все они в один голос говорят, что при сжигании пластиков образуются высокотоксичные канцерогенные вещества настолько маленького размера, что не существует действенных фильтров для чистки. Борьба с отходами как борьба за жизнь. Проблема переработки мусора в Петербурге на специальных полигонах в буквальном смысле уже пустила корни. Но экологи уверены, химический коктейль от сжигания альтернативного топлива еще преподнесет горожанам сюрприз. По статистике борцов за чистый воздух уже сейчас в городе концентрация таких опасных патогенов, как формальдегид и бензопирен, превышает предельно допустимую норму почти в 3 раза. Как одно из следствий – скачок экологически обусловленных заболеваний. Число детей с врожденными аномалиями за 10-летний отрезок времени выросло на 103%, а маленьких петербуржцев, которым поставили диагноз рак, стало больше на 250%. Это самый высокий показатель по России, наряду с общей статистикой онкологических заболеваний. Европа уже сделала эти ошибки. Сейчас она отказывается от прямого мусоросжигания и даже от сжигания топлива РДФ. Наша делегация ездила по обмену опытом в Финляндию в мае месяце, и финские представители сами рассказывали, что Великобритания поставляет им топливо РДФ за доплату, для того, чтобы они у себя в Финляндии это утилизировали. Петербуржцы ежедневно оставляют в мусорных баках около 5000 тонн твердых бытовых отходов. Из них лишь 15% попадают на городские мусороперерабатывающие предприятия. Остальное вереница спецтехники сваливают на полигонах. Завод МПБО-2 в поселке Янина – один из 2 государственных предприятий города. Здесь у нас площадка временного накопления. Сюда складируется мусор, который ежедневно приходит из города. Принимаем примерно 500 тонн в день. Конвейер работает почти бесперебойно, но на выходе около половины мусорной массы, так называемые хвосты и балласт. Их тоже отвезут на полигон. Как минимум на 1500 лет. Именно столько требуется, скажем, стеклу для его разложения. Это цех ручной сортировки. Из поступающего на конвейер мусора рабочие достают только 10% полезных фракций. Уже через пару лет ручной труд заменит специальные сепараторы, и тогда твердых бытовых отходов на мусорные полигоны будут вывозить ровно в половину меньше. Отходы, которые хоронятся на полигоне, дают очень большой выброс вредных веществ. А с очень сжиганием может быть нанесен какой-то вред окружающей среде, если не соблюдена технология очистки. Переработчики убеждены, несмотря на негодование экологов, технологическая цепочка по созданию альтернативного топлива, а также его использование для энергообеспечения собственного производства, должна стать основным звеном будущих мусороперерабатывающих предприятий Петербурга. Если еще пару десятилетий назад отходы были в основном органическими, в специальном биометрическом барабане из них делали компост, то теперь 60% бытового мусора – это пластиковая упаковка.
Современный Петербург производит 1 700 000 тонн бытовых отходов в год. По прогнозам Комитета по благоустройству, к 2020 году мусора станет на 300 000 тонн больше. Проблему стремительного погружения мегаполиса в собственные отходы надеются решить при помощи строительства новых заводов. Самый крупный инвестиционный проект обещают запустить в поселке Левашово в начале 2017 года. Это будет мусороперерабатывающее предприятие, не имеющее аналогов в России. Это самые новые современные технологии, которые сейчас на данный момент существуют в мире. Они позволяют с их применением строить заводы даже в центре городов. Поэтому сейчас на данный момент ничего более современного нет. Общий объем инвестиций 9 миллиардов рублей. Сортировка с глубиной переработки не менее 80% собственное энергообеспечение. Европейские экологические стандарты оборудования. Мощность 350 тонн в год. Но чтобы обслуживать город, таких предприятий нужно как минимум 4. В ближайшие десятилетия проблему не решите. В то же время на фоне такого дефицита во Фрунзенском районе Петербурга мусороперерабатывающий завод не работает. Помогите нам в сегодняшний день запустить данный проект. Ведь не дадут, загубят. Уже 4 года простаивают сортировочные линии частного завода, построенного по инициативе городского правительства. Официально он в списках коммунального комплекса города, но работал один день на тестирование оборудования. Мы можем обслуживать порядка 1 000 000 граждан, когда построим полностью вторую очередь. Мы сразу вытесняем первое спецтранство отсюда. Им надо нас задушить, задавить, но не дать нам вот как-то выжить. Но основная претензия частника к городским чиновникам, что те предлагают слишком низкий тариф за потенциальную услугу. Для завода это нерентабельно. Однако в Комитете по благоустройству Петербурга уверяют, цена за переработку, как у государственных компаний. Тариф предлагался им к установлению еще несколько лет назад, но тогда они отказались работать за ту цифру, которая была посчитана. Если они не смогли обосновать больше расходов, то и нет основания платить больше. Мы ждем, что они заработают по установленному для них тарифу. Еще один мусорный проект несколько лет назад закончился, едва начавшись. В 2009-м город попытался установить систему раздельного сбора отходов. В качестве эксперимента в Петербурге 30% мусорных площадок оснастили сине-желтыми контейнерами. Но проект провалился. В скором времени к идее сегрегации хотят вернуться еще раз. Драйвером перехода на раздельный сбор будет 89-й федеральный закон, мы сможем финансировать систему раздельного сбора. На сегодня тех платежей, которые платят, скажем, граждане, будет недостаточно. Активисты экологического движения «Раздельный сбор» пытаются продвигать европейскую идею в коттеджных поселках и считают, успех мусоропереработки, к примеру, в Германии, движет именно экологическое сознание. В Берлине сами жители отходы распределяют по 6 пластмассовым контейнерам в собственных дворах. На одного берлинца в год приходится почти 0,5 тонны отходов. Это на 100 килограммов больше, чем на среднестатистического петербуржца. 40% твердых бытовых отходов в Германии попадает на переработку, а 60% уничтожается полностью. При том, что в Петербурге только лишь на конвейер сортировки попадает 1/10 от всех городских отходов. А еще коммунальщики говорят, цена за переработку мусора в Петербурге в 3 раза выше, чем его захоронение. До тех пор, пока не уравняются тарифы, перевозчики не перестанут вывозить отходы на бескрайние пока полигоны. Анна Лавронова, Всеволод Киселев, Сергей Эйсер и Максим Лапин. События недели. Петербург.